Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот перед вами представитель боевой техники самокатных войск чешской ветки. Взрослый самокат Еду Мизек. Его стоимость примерно $250. Вот это представитель своего рода с тормозами ручными, такими, которые находятся сзади и сзади, то есть спереди и сзади, вот что я имел в виду. Но есть еще дисковые тормоза. Вот. Машинка очень интересная. Ее выдерживает она вес до 150 килограмм. Сейчас на ней прокатится мой сын, который весит в 3 раза меньше. Ну, а потом прокачусь я и покажу. А я, кстати, 140 вешу. Так что вот, смотрите. Давай, Богдан, прокатись. Ну как там? Нормально. Обогнал он тебя? Или ты его? Я понял. Давай назад! Покажи, Богдан, как тормоза срабатывают. Вот, не показал, очень зря. Ну, короче, ладно. Так, сейчас на, держи, снимай, как я проеду. Снимай меня. Так, я виден? Угу. Вот, покажи самокат. Теперь опять на меня наведи. Ну вот, а я вешу 140 килограмм. Этот самокат не является средством передвижения, это скорее спортивный инвентарь. Я думаю, что похудеть на нем я смогу очень быстро. Я хотел другое слово сказать, неважно. Вот, сейчас я проеду. Глубоко? Можно его лететь. Вот такая вот штукенция. Ну, пока что спасибо за внимание. Ну, что еще? Снизу у него, кстати, есть стойка. Вот такая. Сейчас продемонстрирую. Когда вам надо куда-то отойти, вы можете его заблокировать на замочек, поставить и сходить, допустим, в магазин. Ну, все, пока.